Waystation, то есть Port of Entry, штат Вайоминга. Проверяют все документы, останавливают все траки. Вон там стоит не габарит сейчас, вон видите. То есть в начале года проверяют, чтобы всех все было нормально. Вот еще один мегабарит длинный. Вот здесь такой серьезный уже мегабарит. Ему, кстати, тоже перемет нужен. И табличку оверсайз. Еще один трак подъехал. Всем здравствуйте! Это Дальнобой по США. Меня зовут Леонид. Мы начинаем новую серию. Приготовьтесь, будет интересно. Штат Вайоминг. Вот такие равнины. Снега, не могу сказать, что много, но снег лежит. На улице за бортом где-то минус 5, может минус 7. Продолжаем наше движение в сторону Северной Каролины. Еще один, кстати, не габарит. Я уже был внутри, все нормально. Меня проверили, спросили, что везу. Я им сказал, ну, в принципе, вот такие дела. Вон чувак сейчас тоже идет. Взял документы в руки и пошел. Листового чая. Мы сейчас проезжаем один из опасных участков в штате Вайоминга. Чем он опасен, скажете вы? Когда сухой асфальт, ясное голубое небо, солнышко светит. На улице вроде тепло, но на самом деле на улице минус 20. И далеко не тепло, да, солнечно. Погода здесь непредсказуема. Представьте себе высокую гору высотой в 2,5 километра. На верхушке этой горы проложена асфальтная дорога прямо по хребту, да? И вот мы едем там на траке, где-то на машине. Так и здесь высота, где мы сейчас едем, 2,5 километра над уровнем моря. То есть, где мы проезжаем в Сьерра-Невада, Лейк Таха, там знаменитый перевал такой, там такая же высота, но там горы, а здесь вроде нет гор, здесь просто одна такая степь. Встречаются горы, но в основном Вайоминг, он такой вот, бесконечные степи на высоте огромной горы. Если так это посмотреть, наверное, с космоса, я думаю. Погода здесь непредсказуема. Сейчас вот такое вот солнышко, через полчаса, час может занести все снегом, начаться шторм и все что угодно. Либо просто тупо перейти с мороза в плюсовую температуру. С чем это еще связано? Здесь встречаются циклоны, южный и северный, плюс высота, постоянно ветер и вот такой вот суровый климат здесь. Подъезжаем к информационному табло, посмотрим, что там пишет, какое сообщение они передают водителям сегодня. А, так, пишут: watch for wildlife, смотрите за дикими животными, типа, короче, возможно, здесь какие-то олени будут, волки пробегать или еще кто-то. Людей здесь проживает мало, учитывая масштабы штата. Штат большой, людей мало, городов мало. Чернокожего населения практически нет. Мало кто хочет здесь жить в таком суровом климате. Но штат красивый, и здесь есть что-то такое,
манящая, что в других штатах нет. Вот справа установлены снегоотбойники, или как правильно сказать, когда ветер задувает, чтобы снег не задувало на дорогу, как типа волнорезы в океане. Вот они стоят, видите. Но сейчас все классно, все прекрасно. Я попадал сюда, когда здесь было очень сурово. Часто здесь закрывают дорогу. Очень часто. Очень много тут аварий в плане... Даже не аварий, а в плане того, что траки съезжают с дороги, либо переворачивают, либо ветром их сдувает. Сегодня на обед у меня супчик куриный, стакан воды ледяной, несмотря на то, что на улице минус 20. И вот такой шикарный салатик. Что тут, кусочки бекона, кусочки стейка. Что стейка вообще мало положили? Ну ладно, довольствоваться будем тем, чем есть. Сыр, какая-то картошечка, вот это, типа майонез, оранж, помидоры, капуста, морковка. И одно вареное яйцо. Обычно они его нарезают, а вот еще и авокадо есть. Там может что-то еще внутри есть, не знаю. Вы посмотрите на эту дорогу, как одеяло расположилось, раскинулось на дороге. Камера не передает, офигеть, это просто невероятно. Ветер сильный начался, все задувает. Самое стрёмное, знаете что это, когда обгоняешь почту. У них там два прицепа, три прицепа, и они медленно едут, сейчас еще и ветер. И зная, что они полупустые, их бросают, кидают только так. Офигеть, ветер такой силы мощный начался, просто я в шоке. Задувает все нафиг, у меня печка на максималке включена. Вау, я просто офигею. Сейчас выйти на улицу, офигеть. Вот здесь вот начался именно самый-самый опасный участок в Вайоминге. Жалко, что сейчас не день, я вам показал бы всю мощь этой силы. Блин, что я говорю, а? Ну ладно, не, ну серьезно, тут мощно сейчас вообще конкретно. Может бы я, конечно, вам не показал бы, потому что ветер сейчас 50 миль всего лишь. Бывает и 70, и 80, когда дорогу закрывают и драки переворачивают. Сейчас все пока еще хорошо. Но лучше так, без аварий и без перевернутых траков. Друзья, доброе утро. Будни дальнобойщика. Короче, проснулся, поехал, остановился. Вот здесь парковочка возле знаменитого магазина Walmart. Встретился тут с коллегой. Еще раз покушали, и вон мой трейлер стоит. Сейчас пойдем в Walmart, закупимся, хоть сделаем пару покупок. Тут реально холодильник пустой, вообще ничего нет есть в траке. Там хотя бы что-то позавтракать взять, какие-то перекусоны, какие-то фрукты, пару свежих овощей, немного клетчаточки. Вот такое морозное свежее утро в штате Небраска. Сейчас где-то, наверное, минус 10. Красота. Любимая, для тебя купил букет.
наконец-то я поеду хоть по какому-то снегу. Что-то снег везде, на обочине. А на дороге нет. Так, вот он снег. Красота. Кайфанем пару минут, пока доедем до Растерии. Короче, у меня вот сейчас остановочка. Вечер, закат уже. Я в штате Миссури. Спускаюсь на юго-восток потихонечку. Продолжаем наш дальнобой. Маршрут в штат Северная Каролина.